А в Кемерове бывший начальник областной госавтоинспекции все же предстанет перед судом. Экспертиза подтвердила, что он виноват в аварии, в которой погибли 4 девушки. ДТП произошло 23 апреля 2016 года. Интерфакс сообщает, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, двигаясь со значительным превышением скорости, что явилось одной из причин ДТП. За рулем дорогого внедорожника как раз находился бывший высокопоставленный полицейский.